Данное видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 28, урок 28, Exercise 6, упражнение 6. Скажи, какой подарок ты хотел бы получить от Санта-Клауса? Начни так. I would like. Я хотел бы. С этой фразы мы начнем. I would like to get... Получить. И теперь мы через черточку перечислим. Например, a skirt. Юбку. Ставим слэш. Или интересную книгу. An interesting book. Или a bike, велосипед, или a flower, цветок, for Christmas. На Рождество. Или же можем сказать as a Christmas present. Итак, I would like to get a skirt for Christmas. Или I would like to get an interesting book as a Christmas present. I would like to get a bike for Christmas. I would like to get a flower as a Christmas present. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.